Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета Садовод». Мы уже много говорили о сроках посева семян на рассаду. Эти сроки необходимо соблюдать, так как ранние посевы все равно не позволяют получить большого забега. Растения будут чувствовать себя некомфортно в тесной посадочной таре, а при высадке на постоянное место будут дольше приживаться, в то время как вероятность заболеваемости таких растений увеличивается. А поздние посевы сокращают вегетационный период, что приводит к сокращению урожая. Мы просто не успеем собрать максимально возможный урожай. Март – это месяц, когда уже можно опоздать с посевами некоторых овощных и цветочных культур. А следовательно, потерять часть урожая или увидеть цветение любимых растений только к концу лета или осени. Поэтому мы решили еще раз напомнить вам, дорогие друзья, семена каких овощных и цветочных культур надо успеть посеять в марте. Давайте начнем с теплолюбивых овощных культур, то есть с тех, которые высаживают на постоянное место только тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Сроки высадки на постоянное место различны в разных климатических зонах. Кроме того, они зависят от оборудования теплицы и от того, приезжаете вы на дачу только по выходным или проживаете там, и в случае заморозков сможете принять меры по спасению теплолюбивых растений. Каждый огородник сам определяет дату высадки рассады. Она может меняться в ту и другую сторону, но мы условно определим эту дату как 1 июня. Начнем с баклажана, так как именно эту культуру сеют раньше персов и томатов, а именно за 70-75 дней до высадки на постоянное место. В нашем случае до 1 июня. Баклажаны хуже, чем томаты, переносят пикировку, поэтому их часто сеют прямо в посадочной емкости. Но если все-таки вы решили выращивать баклажаны с пикировкой, то посев придется произвести на 10 дней раньше. Семена перца раннеспелых сортов и гибридов сеют за 65 дней, среднеспелых за 65-70, а позднеспелых за 75 дней до высадки рассады на постоянное место. Перец, как и баклажан, не любит пикировку, но если вы все-таки планируете выращивать рассаду с пикировкой, то посевы производят на 8-10 дней раньше. И, наконец, подходят сроки посева семян на рассаду любимой культуры многих садоводов. Да, это томаты. Посев семян томатов производят за 65-70 дней до высадки на постоянное место. Томаты относительно перцев и баклажанов легче переносят пикировку. Корешки восстанавливаются достаточно быстро. Поэтому при выращивании рассады томата с пикировкой сроки передвигаются всего лишь на неделю. Полученные даты являются сроками посева семян на рассаду. Ну а с посевом таких культур, как кабачки, огурцы в марте срок еще не настал. На рассаду выращивают не только теплолюбивые культуры. Чтобы рассада раннеспелой и цветной капусты была готова к высадке на постоянное место к началу мая, семена высевают с 5 по 15 марта в пленочные обогреваемые теплицы, парники или дома на лоджии. На подоконниках рассада капусты из-за недостатка света и избытка тепла вытягивается. Рассаду лука высаживают на постоянное место в начале мая, а семена на рассаду сеют за 55-65 дней до ее высадки. А вот с посевами семян сельдерея следует поторопиться. Если вы не успели посеять их в феврале, то это надо сделать в первых числах марта. Цветочные культуры выращивают через рассаду, чтобы получить раннее цветение. Из цветочных культур в марте на рассаду можно сеять лобелию, агератум. Кто выращивает эти культуры, желательно посеять их в начале марта, числа до 5. Флокс летний можно посеять до 10 марта. Семена вербены, цинерарии морской до 20 марта. Астра, гвоздика, китайская, петуния. Эти культуры можно сеять с 10 марта до 10 апреля. Семена резиды сеют с 10 марта по 30 мая. Кохия, перила с 20 марта по 10 апреля. Алисум, бальзамин, бархатцы, клещевина, кориопсис, целозия, циния,
с 20 марта по 20 апреля. Март – оптимальное время для посева многих многолетников и двулетников. В это время можно сеять дельфиниумы, все виды колокольчиков, эхинацию, гвоздику-травянку и турецкую, аквилегию, примулу, хризантемы, маргаритки, мальвы, гайлардию, кориопсис, шалфей, гелениум. И еще хочу напомнить, глубина посева семян в первую очередь определяется их размерами. Она является оптимальной, если семя покрыто слоем почвы, равным его толщине или несколько больше. Но глубина посева семян не должна превышать тройную толщину семени. Мелкие семена – лобелии, бегонии, агератума и другие – прорастают на свету. При посеве их не следует присыпать почвой. Как правило, свет необходим для прорастания мелких семян, так как у них нет достаточного запаса питательных веществ, чтобы обеспечить рост в темноте при прохождении толщи земли. Если данные советы были вам полезны, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал. Удачи вам и всего самого доброго!